Итак, всем привет, ребята. Сегодня нет интернета, а это означает только одно. Что мне придется настраивать свое воображение и настраивать паки в Майнкрафт. Ибо Майнкрафт универсален, как вы знаете. И, в общем-то, сегодня у нас будет моя старая идейка под названием Roblox 3 Lands в Майнкрафте. Да. Roblox в Майнкрафте звучит странно. Ну, в общем, тут у нас есть амбар такой. Три Lands это... Кто не знает, я сейчас быстренько расскажу. Вот у нас инструменты есть специальные. Три Lands это что-то типа... симулятора фермы в Роблоксе. Но только ты... такой, охотник за сокровищами, но только за фруктами. Вот, тут так же, как и в Три Lands, есть... вот такая вот штука, я не знаю, как это назвать. В общем, тут у нас машины. Машины, добывающие что-то. Но в данный момент ничего нет, потому что машина не настроена ни на что, потому что мы еще никакой фрукт не изучили. Но я видел, вон там вот растет яблонька. И даже очень много яблонь. Так что мы сейчас окупимся. Мы, в принципе, должны окупиться. Еще у нас есть кусты, в которых мы можем покопаться. Так, яблони. Также фрукты здесь мы можем продавать. Все здесь вертится вокруг фруктов. Блин, а как из одного падает сразу два? Ну ладно, не важно. Так, где-то еще есть? Есть. Еще как есть. Смотрите, какие спелые, огромные яблоки. Прям мутанты. Я даже не знаю, мы максимум соберем. А, давайте, наверное, максимум соберем. Так, также мы можем здесь пошариться по кустам. И в том-то и дело, овощи нам не нужны. Нам желательно найти какие-нибудь ягоды. Так, пшеница выпала. Вот это вот все нам нафиг не сдалось. Только пшеница. О, сразу на глазах прям вырастает. Мутагенская пшеница. Тут, наверное, какие-то лютые удобрения. Все сразу вырастает. Чем больше яблок, тем лучше. И тем больше денег мы получим, собственно говоря. Палец соскочил. Так. И теперь мы идем эти яблоки продавать. А продавать вот сюда. Так. Выкинем. А продавать это вот сюда. Тут также мы можем приобрести машину, тюнинговать ее, красить и так далее. В общем, вести нормальную такую фермерскую жизнь.
Ну слушайте, раз я думаю в этой деревне яблок так много, то я за них много и не получу. Поэтому надо брать побольше. Так, еще одна. Это будет последняя. И еще одно яблоко нужно оставить, чтобы настроить систему моих машин. Точнее, первого моего аппарата, чтоб он добывал именно их. И, собственно, я буду брать из контейнера этого аппарата яблоки и продавать их. Даже не надо будет ничего собирать. Все автоматизировано. Так, гратути. Одно яблоко — это один кусочек серебра. Теперь вы понимаете, да? Вот одно, как я и говорил, оставляем. Получили 61 серебра. Это, в принципе, достаточно. Так. И теперь я видел какое-то необычное дерево. Прям такое классное. Подошел сюда, я видел... Видел, по-моему, грушу. Блин, ночь начинается. А, вот груша. А груша стоит подороже. Там я смотрел, 1 золото. Ого, сколько всего растет. Что-то как-то я даже не подготовился к серии. Во! Отлично. Я знаете, до чего еще додумался? Взять себе саженцы апельсина. И вот они мне выпали. Ну, еще хотя бы один. И я буду доволен. Ну, хотя бы какой-то. А там дерево горит. Понятно все с вами. Короче, направляемся обратно. И сейчас нам нужно это все упарить. Ну и, конечно же, оставить 1 апельсин и 1 грушу для изучения. Что ж тут жители такие глупые? Так. Я еще вот что хочу проверить. О, ништяк, яблоки. То есть еще и за яблоки получим. Круто. И теперь... Да не толкайтесь! Не предвидено. Так. А почему убавляются груши? Ладно. Берем, 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 берем. Все золото, все мое, все мое. Я как пират. Фруктовый пират. Так, а теперь давай выкинем. Апельсины, даёк. Что ж тебе делать? Все, вроде все продал, все хорошо. Теперь нам нужно отправляться и покупать тачку. Какую-нибудь тачку. Трактор. Вот это вот, это квадроцикл. Мини-байк. Мини-автобус. Сторидж. Это прицеп. Прицеп мне нужен.
Оффроудер давайте возьмем. И прицеп к нему. Так, еще. Возьмем какой-нибудь такой прокачанный мотор на него. И еще колеса оффроуд. Так, что по бензину у нас? По бензину все нормально. А по покраске, она покраску не хватает. Так, ладно. Устанавливаем нашего зверя. Да блин, зверь, вылупляйся. Алло, зверь. Вот он какой. Я, короче, еще решил чуть-чуть шикануть и взять еще один. Точнее, вот этот вот квадрик. Потому что оказывается, что у оффроудера нет прицепа. А мне прицеп как бы возить нужно. Так что вот так вот будет. А прицеп тут... Давай прицепляйся, во. Идеально. Теперь заправим. Для начала хватит. Так, теперь мы возьмем вот это, возьмем вот это. Я ненавижу, когда так происходит. Ну-ка. И заменим ему колеса. И поставим мощный мотор. Шикарно. Так, теперь вот это вот все убираем. Это на место. И едем. Едем до своей фермы. Какая мощь! Отлично. А теперь мы берем и просто залезаем и ставим, делаем машинам указание. Короче, настраиваем машины. Что-то я опять фигню какую-то говорю. Вот. Настроено на яблоко, на грушу и апельсин. Все. Пошла работа. В следующий раз приду, а тут уже будет собрано так. И также нужно не забывать про саженцы. Вот сюда один. И вот сюда один. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я сейчас, наверное, вот эту вот клубничку засажу. И, в общем-то, всем пока. Ставьте лайки для продолжения этой рубрики. По-моему, все неплохо я перенес из Роблокса в Майнкрафт.